уже против них играет Чудинов на противоположный фланг. Бурищевский вот-вот выскочит на лед. Уже он на ногах. Бросок не получается. И тем не менее добивание, которое отправляет шайбу в ворота. Вот так вот, отскок. Вадим Шипачев подтверждает реноме лучшего бомбардира своего коллектива. У него теперь 4 очка в этом сезоне и первая шайба в этом году. Вот Чудинов приложился, отскок от лицевого. И практически с нулевого угла Шипачев отправил шайбу в ворота. Да, действительно, отскок крайне неприятный для Проскурякова вышел. Отскок от борта. Вадим Шипачев, 1-1.